Глава Карелии утвердил нормативный правовой акт, который подготовлен Управлением труда и занятости и является еще одной мерой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовая помощь предоставляется индивидуальным предпринимателям, работающим в сферах, наиболее пострадавших от пандемии. Согласно документу, индивидуальным предпринимателям ежемесячно предоставляется финансовая помощь в размере, не превышающем одного федерального минимального размера оплаты труда. Это 12 130 рублей. Предприниматель должен быть зарегистрирован в качестве ИП на территории Карелии до 11 марта этого года и состоять на учете в налоговых органах. Первую выплату индивидуальные предприниматели смогут получить за апрель. Выплаты будут осуществляться до отмены карантина. С перечнем видов экономической деятельности предпринимателей, имеющих право на помощь, можно ознакомиться на сайте Управления труда и занятости.